Да, можно было узнать по выправке, по культуре общения. И нам очень хочется верить, что те, кто сегодня пришел в технический вуз, закончив его, будут высококультурными людьми. Санкт-Петербург не случайно является столицей культуры России. Огромное количество театров, кинотеатров, выставочных залов. И, наверное, здесь нужно дышать этой культурой. И очень приятно смотреть, когда идущий человек, от которого зависит космическое будущее нашей страны, может в любой момент рассказать об искусстве, поговорить о театре или станцевать вальс, с которого мы и начнем.